Ну, я хуй знает, но тут, блядь, по-моему, разницы нету, то, что я буду пиздеть. Что я им буду пиздеть? Летайте, Смотри. смотрите, чтобы не сдохли в портале, хильте себя, не забывайте, блядь. И не подлетайте к рейду, нахуй, ебалом, блядь. Ясен хуй их там пизданет. Ну, ясен хер. Если ты будешь сам отвечать на свои вопросы, ты не услышишь ответа. Так а при чем здесь отвечать на вопросы, блядь? Ну, я думаю, пацаны здесь не первый раз ходят. Ну, смотри, ты тоже не первый раз, вот на тебе постоянно болезнь висела. Это означает, что ты под морду толстого постоянно лазил. Так я под морду толстого, я не всегда постоянно, я просто бью его, блядь. А я не на Спину ваш, что я бей. переахиваю. Ну, Вставайте с тел все. на ВВ, на Локе тоже висела болезнь время от времени. Означает, что и они под мордой были. Либо танк разворачивали, либо под морду лезли. Это нельзя делать. Да. Там Лока 2 раза чуть не сложила нахрен. Вставайте. А, все. Заходите. Но у меня прожимки нету, блядь. И я их тоже ауешу, так, блядь, что? Или мне их вообще не трогать, я хуй знаю. Хмели Сунели. Всегда на толстом, когда он разрывается. Давай ловушку ледяную. А если она на КД, берешь град стрелы на пол. На танк. Типа не отпускаешь град стрел с на полом, пока до конца не докастует. Под червей. Да, хотя бы через одного. Смотри, знаешь, как ты можешь делать. Один на пол, на следующего толстого ловушку под толстого ледяную. Только не та, которая замораж, так та, которая замедляет по земле. Снег типа появляется. Потом на следующего опять на пол град стрел, когда он разрывается. Потом опять ледяную ловушку на следующего. И так чередуй. Он так и делал там. Ну. Но только без ловушки, он просто напуливал. Пока да. Ну и ловушку ставь под толстого, подбегаешь только не под морду, а к спине ставишь. Ну это просто задача охотника здесь. И в порталах, когда вы порталы вылазите, вы не вылазьте сюда, в рейд сам. Вы становитесь где-нибудь сбоку, куда-нибудь, блядь, вон, под двери дальние, и все просто. Туда где-нибудь вылазьте. Ну или, блядь, просто сбоку, там, где подавление вылазит, сюда. А в рейд сам не прыгайте, блядь, потому что, ну, тут и толстые бегают, блядь, по рейду, нахуй, ну и вас пиздярят потом. А уешат просто. Нас просто шам слабый, у меня отхил слабый, как бы. Ну, вот, можем поменяться. Я могу пойти сейчас прямо в портал с хулипаун, только Ничего не надо вопрос. менять, я тогда стаки не брал сначала, и Да все, пускай сейчас все летает, сейчас нормально, все сбегаю будет, туда. все. Давайте. Если паун сдох, мы бы тоже захилили. Да тут по сути холипал соло может эту хуйню всю прохилить, блин. Подавление слева, справа. Огненно справа. Справа мах.
порталы. Толстый справа, слева подавление, справа тоже. Пал, забери мага, блин. Паладин не в РК, надо его загонять в РК, он тупит. Толстого не отворачивает от рейда, он должен его отворачивать. Он его повернул прямо на ДД, который подавителей бил. Да его хуй загонишь, это ж кнут, блядь. Спасибо, приз. Что? Ну, покинул щиток, я успел добежать. Да не за что. Ну я понял, ты так случайно. Все равно спасибо. Подавление с двух сторон. У меня уже глаза просто слипаются нахуй. Я уже сижу и не вижу нихуя перед собой, блин. Справа толсто. Подавление слева, справа. После следующих порталов, Геру, после следующих, еще давайте. Они возвращаются ко мне. Герои, еще немного. Подавление слева. Ходите, себя закидываете, Геру даете. Даете Геру? Я ангела дал. Справа огненно. Кто-то стаки проебал. Кто? Холи пал, кто же еще? Положение дайте, Павла. Я излечилась! Изера, даруй мне силу покончить с этими нечестивыми тварями! Ты выжил, но ты потерял стык. Кстати, на Ретрика нормальная пушка, можешь понизить. Нихуя воет. А, это ты каплю прожал? Думаю, нихуя, а чё у тебя 93к? Я уже нихуя не вижу, блядь, просто.
Просто есть у кого-нибудь лимон в глаза закапать? Который у тебя час сейчас? У меня 3:30. Ебать на. Я тут походу один белорус такой. Один белорус. Я только заметил, еще со всего инста ни одного эпик шмота не выпало с трэша, блядь. Это пиздец. Олег, дай крест, пожалуйста. Можете еще дроливатку по шаману дать и крест добавьте тоже, пожалуйста. Точно. Я с нами бафнемся перед...
Дыра это говно. Пал. А, бля, он же не нарка. Чё, ДКшка побегает тогда? А, у нас карта ходит. Бля. Гнев небес, Рейтрик, дай. Рейтрик, гнев небес, дай. Рейтрик. Блок видел, ты дал 31к ДПС только что. А ливнем ты бы намного меньше дал. Ну, максимум 20. Да, просто тебя толкать начали. Если бы эти мобы не толкались, если бы ты подальше стал, чтобы они тебя не отталкивали, ты бы еще больше выдавал. Дальше. А ща кольцо охватит. Мне нормально для. Ну, типа, оно поможет. Вот так хилами захилим сами. Ну, сова может спокойствие прожать только. Все, чекаю на пул, на бафы. Ты просто спам кольцо. Ну. Там. Все, погнали. Не забудь. Тьму включить. Вот видишь, достаточно вообще кольца. Здесь так и не взрывается, можно уже не отбегать. Взрывается, это же Гера, ты че? Да, точно. Беги, малышка, беги! Че ты, блядь, вообще? Я уже сплю, наверное, блядь. Лайду. ДПС вообще не лук. МАЗДК в метке. Останьте за левую. Бейте правую РДД. Милики спрячьтесь тоже за левую. И стопаните по левой дома. Блять. Ой, стой, стой, чё? Блять. Стоп, левую не бейте. Стоп, стоп, левую не бейте. И спрячьтесь за правую. Блять, ну вы пиздец. Ну, бэр, бэр, не его. Друля, спрячься, спрячься. Бля. Все, все, это рейд. Ладно. ГГ. А знаете, кто сейчас сделал на две смерти? Угадайте с трех раз. Один человек, две смерти. Знаете, кто? Алло. Нет, это был друид. Его доты, короче, добили глыбу, а потом он сам умер. Или она. Да вы доты вообще не вешаете. Просто, блядь, точечными тыкаете и все.
устроить вообще. Тут, блядь, 100к этих просто с руки, блядь, можно автоатакой снести. Мы можем вообще тогда, ну там просто танк, танк ловить надо, поэтому мы его и разбивали. Да, танк еще может поймать и протопал, там без разницы, потом они обратно поменяются. Ну вообще да, да-да. Что за бред ты несешь, мы его разбивали, вообще били глыбу, где другой ДК стоял. ДК был в левый, который его синдром, а вы били правый. Я вообще не понял, я вначале смотрел, еще левая была меньше хп, чем в правой, а потом резко такой смотрю, у нее уже 4к просто. Там, походу, сова вырвался. Если ДК в склепе, это значит, что паладин ловит. Нехрен разбивать. Это не обычка. Или вы тупые, или я не знаю, шаман, ты какой-то темп поставил. Шаман. Че? Ты какой-то темп поставил. Скажи мне, что дает аура протопаладина? Ну, скажи, пожалуйста, что она дает? Ну, ты видишь, две ауры стоит, да? Что дает аура протопаладина? Можешь мне сказать? Конечно, могу, да. Понятно, не можешь. Она дает 6% от хила рейду. Заменяет арту, которого нету в рейде. А он из-за твоего долбаного тотема ненужного на СПД, который не стакается с бафом демона, который просто сейчас считает, что ты тотем не поставил, должен ставить на лед, понимаешь? Шаман. Ты ставь на лед, а протопал поставит эту хуйню на свой дес. Я поставлю, хорошо. Ну, я тебе вначале инстайта сказал, нахера ты дальше ставишь гадюку? Ребаф эти палы, да давайте. Серьезно уже, блядь, в пизду нахуй. Вроде всех распав. Где же тебя все бафы? Да, ну именно. Что ты, блядь, чека? Все, пуляй, войс. Не стакайте только дохуя, что милики, что РДД. Я, блядь, забыл, что это, блядь, стаки взрываются еще. Друид, ДК. А между глыбами. Близко. Все, не бейте левую. Слева далеко. Справа далеко. Можете чутка правую подбить. Освобожден, по сейчас будет. Трепещите, смертные, ибо ваша жалкая магия теперь.
Сильно много не лопайте, пожалуйста. Освобожденка 2 секунды. Воет друид. По центру. Че, у нас против ловят? Паладин. Право близко. Да, протопал поймает. Справа далеко. Слева поблизко. Все, ДК забираем. Освобожденка. Фаза будет. Все в центр выносите склеп. Беги, малышка, беги! Геру скажешь, когда давайте. Я налево пошел. Под босса сказали же, куда ты идешь. Все под босса? Босса пускаю. Так это первая, все кроме первой под босса на Гере. Все. Похер, хорошо. Да, все под босса носить. Хорошо, хорошо. Хант. Все. Пиздец. Потому что шаман в сторону унес, и мы стаки не скинули. Я же говорю, все под босса, нахуй, вот это вот первое вправо, блядь. Блядь, это пиздец, вот... Я просто не знаю, что сказать. Сова, короче. Да ща мы убьем нормально. Сова, ты не годишься для 10 гер. Ты не умеешь бить 3к ДПС на синдре. Я под меткой тоже бил. На мне тоже постоянно метку кидал на 3к ДПС. Это вообще ни о чем. Это в ППГ можешь ходить с таким ДПС. На синдре. Я же говорю, все под босса, я заранее еще сказал, нахуй вот это вот вправо, бля. Можно смотреть на приста и делать как прист. Выходить с меткой и дамажить. До притяжки скидывать стаки. А ты стоишь, блин, один стак набираешь, взрываешь рейди и дальше. Одну доту повесил и стоишь, ничего не делаешь, сова. И так не пойдет. В обычке можно носить их хоть куда, там похуй, блядь. Там на эти стаки. Это ж, блядь, хрем, это не обычка, нахуй. Тут, блядь, каждый стак, нахуй, это пиздец уже. Thank you.
Оставьте мамонта. Хавайте, бафайте, и все, и погнали сразу. Короче, если сейчас вайв пизду, я дальше не пойду, я ебал вот такие, бля, пироги нахуй. А тут все ластрают, ты гонишь, блядь, пизду. Все метки под босса несем, все под лапу нахуй. До пизды. Все, пуляй. СС мозгом не видать. По танку, да, наверное. По ДКшке. Лево, близко. По центру, близко. Слева далеко. Хильте войда. Освобожденки. Друид. Пал. Сова, сейчас притяжка будет. Стопай, стопай. Беги, малышка, беги! Вы чувствуете, как ледяная ладонь стрепещите, смертные? Ибо ваша жалкая магия теперь бессильна! А взлет кабы. Вторжение не окончится. Никто не уцелеет. Полок пал. Блять, упало, фартануло нахуй. А что, кнопки пряник глаз нет. Да, он не врага, ему похуй вообще, он овощ. Можете подбить правую. РДД. Освобожденка 5 секунд.
Трой, надо отходить дальше. Ты близко стоишь, близко хлопаешь. Рейту стак. Чуть-чуть дальше отходи. На приста смотри. Видишь расстояние? Фаза. Беги, малышка, беги! Почувствуйте всю мощь господина! И погрузитесь! Вы чувствуете, как ледяная ладонь смерти... Шаман под босса. На меня. Прохильте меня. Нормально, нормально. Пташка сейчас будет. Беги, малышка, беги! Я расскажу тебе, когда. Бля, и... Пал, забирай сейчас. Войт, иди скидывай стаки. Отойди. Следующую глыбу не разбивайте под босса. Не разбивайте стойку. Следующая притяжка будет. ВВ. Все, ждите. Беги, малышка, беги! Шаман под босса. На мне. Жалкая магия теперь бессильна. Не разбивать ее сейчас. Беги, малышка, беги. Все, сейчас Геру и разбиваем. Тупи, блядь, долбоёб я нахуй, ебать, я уже туплю просто. Разбейте хоть какую-то глыбу. Разбивайте метку ДК. Давайте сзади разбейте, разбейте. Под босса юпи. Холика разбивайте сразу. Войт, меняйся. Холика, ой, ре, ой, прото, раз, блядь, прохильте. Да, ДК! ВВ, ты что, тупой? Пиздец. Пизда, разбейте, некому бить просто. Разбейте быстрее, разбейте глыбу, если вы разобьете. Так некому бить, блядь, кто разобьет? Понятно. Пизда, 900к она? Хороший болтра. Теперь вы. Беги, малышка, беги! Лок, а что это за хуйня? Ну, я хуй знаю, тебя, блядь, прото догнали, блядь. Ну потому что они умеют на синдре бить, вот и все. На мне тоже метку постоянно кидал, я ж бил. Я выносил стаки, но бил. Ну,
Потому что надо этот учить вам тактики, учить, как можно дамажить на синдрип под меткой, и когда можно скидывать эту метку, скидывать стаки, и когда забегать обратно в рейд. Если вы думаете, что вы будете стоять и не дамажить, то у нас дамаг у рейда не тот. У нас нету топчиков бисовых, чтобы тащить. Вы отдыхали. Я, короче, думаю, надо нахуй делать так, блядь. Хорошо, сейчас все. Все.